Шановні колеги, ми починаємо дистанційне засідання. Перше питання – оперативна інформація щодо стану захворюваності на гостру респіраторну хворобу у місті Одесі та заходу із недопущення її поширення. Будь ласка, Олена Олександрівна. По состоянию на 21 декабря 2020 года в Одесской области зарегистрировано 64 589 случаев коронавирусной болезни, подтвержденной методом полимеразной цепной реакции. Ситуация в Одессе. В городе зарегистрировано 29 978 случаев коронавирусной болезни, из которых 287 пациентов находятся на стационарном лечении в городской инфекционной больнице. 223 пациента находятся в тяжелом состоянии, 3 пациента на СИПАП. У 61 пациента состояние средней тяжести. Всего выздоровевших от коронавирусной болезни зарегистрировано 16 494 человека. Процент выздоровления в городе на сегодня составляет 56,9%, по Украине 60,2%. 11 700 пациентов с COVID из числа жителей города проходят лечение на дому, находятся на самоизоляции. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Всего летальных случаев за период эпидемии по области 924, летальных случаев по учреждениям города 442. За текущую неделю минимальный показатель заболеваемости по Одессе составил 174 человека 13 декабря и максимальный 708 17 декабря. Минимальное число пациентов с COVID в инфекционной больнице 262 15 и максимальное 290 13 декабря. Стоит отметить высокую напряженность работы койки за весь период. Пролечено 6315 больных при невысоком показателе оборота койки. В среднем один больной от коронавирусной инфекции лечился в городе 10,7 дней. Количественные показатели госпитализации больных с COVID и подозрением на COVID за последние 3 месяца составили 4179 случаев. ИФА-тестов сделано 52 516. Из них иммуноглобулины М 32 926, положительных результатов 2336. Иммуноглобулины G 19 590, положительных результатов 3027. ПЦР-тестов всего 30 835. Учитывая рост заболеваемости, закуплены тесты на антиген по рекомендациям согласно приказу Министерства здравоохранения Украины, который является качественным предварительным методом оценки наличия коронавирусной болезни. Чувствительность тестов составляет 97%, специфичность 100%. Предварительно тесты на антиген прошли апробацию в инфекционной больнице и показали высокую степень достоверности. Для сортировки пациентов в учреждениях здравоохранения Одессы получили 10 тысяч наборов тестов. Родильный дом номер 2 размещает беременных женщин с подозрением на COVID-19. Подтвержденный COVID у 11 пациенток, 8 жительниц города Одессы, 3 жительницы города Одесской области. В третьей детской больнице размещаются дети с COVID-19 и подозрением на COVID-19. Всего 14 детей. Продолжает работу 5 городских мобильных бригад Центра неотложной помощи для проведения на дому тестирования COVID-19. Бригадами в период проведено 13 102 тестирования на COVID, за последнюю неделю 369. По состоянию на 21.12 с начала карантина под наблюдением семейных врачей в Центре первичной медико-санитарной помощи переданы 21 408 человека, из которых наблюдение 14 718 человек. За последнюю неделю 2192 человека. 18 декабря 2020 года в ГКБ номер 1 открыто еще одно отделение для лечения пациентов с COVID на 50 коек, в том числе 6 реанимационных. Отделение обеспечено аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, медикаментами и средствами индивидуальной защиты для медперсонала, сформированы бригады. На территории больницы производится монтаж криоцилиндров. С учетом ранее созданных койко-мест, в настоящее время в 1 ГКБ развернуто 80 коек для лечения пациентов с COVID. Учитывая открытие 50 коек, процент задействованного коечного фонда на COVID в Одессе составил 34% от 30% рекомендованных. Перспектива открытия дополнительных еще 260 коек.
за счет государственной субвенции приобретено 10 криоцилиндров и 1 кислородный генератор. Инфекционная больница – 1 криоцилиндр на 2000 литров. ГКБ номер 1 – 3 криоцилиндра, 1 на 2000 литров. И по 195 литров – 2 криоцилиндра плюс 1 кислородный генератор. Одна штука. ГКБ номер 5 – 4 криоцилиндра по 210 литров. И родильный дом номер 2 – 2 криоцилиндра по 195 литров. Заканчиваются подготовительные работы для установки криоцилиндров. Сегодня, 21 декабря, ожидается поставка 5 криоцилиндров по 2000 литров. Для ГКБ номер 1 – 2, для инфекционной больницы 1, для 8 ГКБ 1 и для 10 ГКБ 1. Вопросы вакцинации от COVID. Первая партия вакцин от COVID-19 появится в Украине не раньше мая 2021 года, благодаря программе COVAX. Сейчас существует три пути поставки вакцины COVID-19 в Украине. По программе COVAX, закупки за средств госбюджета и коммерческие поставки через сеть дистрибьюторов. Как сообщает ВОЗ, вакцины наиболее вероятны станут доступными в мае-июне 2021 года. По программе COVAX гарантированно будет доставлена вакцина для 20% населения, а остальные государства будут покупать самостоятельно, отметили в нашем правительстве. Первый транш составит 1,2 миллиона доз. В целом Украина получит 8 миллионов доз. Этого хватит на прививки 4 миллионов населения. Вакцинация предусматривает введение инъекции дважды с интервалом 21 день. По информации Минздрава, правительство также ведет переговоры с компаниями Moderna и Pfizer Bio по поставкам вакцины в Украину. На приобретение вакцины в госбюджете 2021 года предусмотрено 19,4 миллиарда гривен. Еще 50 миллионов евро Украина направит из средств на развитие муниципальной инфраструктуры Европейского инвестбанка. В Великобритании обнаружили опасную мутацию коронавируса. Впервые власти Великобритании объявили об обнаружении нового варианта коронавируса 14 декабря. По информации Лондона, больше всего зараженных им пациентов зарегистрировано на юго-востоке Англии. В связи с быстрым распространением нового штамма, получившего название VOI, 20.12.01 британское правительство значительно ужесточило меры по борьбе с коронавирусом, начиная с воскресенья 20 декабря. Пока известно, что мутирующий вирус распространяется быстрее ранее известного варианта, но ученые не считают, что он более смертелен или вызывает более тяжелые симптомы. В недавнем заявлении британский премьер-министр Борис Джонсон сказал со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Также пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам, которые к данному моменту уже используются во многих странах мира. Спасибо за внимание. Спасибо. Давайте послушаем Елену Валерьевну. Елена Валерьевна, Департамент образования. Пожалуйста. Доброе утро, Геннадий Леонидович. По учреждениям образования ситуация по стучу по дереву у нас улучшилась гораздо. Закрыто на сегодняшний день по ковиду и ОРВИ 50 классов, из них по ковиду 21. Это классы начальной школы. 5 и 11 классы у нас учатся дистанционно. Хочу отметить, что количество закрытых по ковиду классов у нас уменьшилось более чем в 3 раза за неделю. И количество болеющих педагогов по нашим по официальным данным тоже. Практически в 2 раза меньше у нас сейчас болеют учителей. То есть наш переход на дистанционное обучение мы можем считать, что полностью себя оправдывает. Закрыто 26 групп в детских садах по ковиду и по РВИ совместно. Это там, где болеет более 20% детей. И у нас закрыта сегодня одна школа, там, где болеет более 20% педагогов ОРВИ, и 3 детских садика. Все остальные работают в штатном режиме. А какая школа закрыта? 81-й лицей. Я понял. Киевский район. Кроме того, мы дали возможность родителям и педагогам начальной школы по желанию, по заявлению тоже уйти на дистанционное. Таких заявлений у нас по 12 классам собрано, и 12 классов начальной школы тоже учатся дистанционно. Все остальные работают в штатном режиме. Хочу сразу сказать, пользуясь случаем, огромное спасибо Департаменту здравоохранения.
Мы практически каждый день передаем заявки и просим оперативно тестировать наших учителей, и все эти заявки удовлетворяются. Если нет вопросов, спасибо, работаем.